Всем добрый день. Я в куртке, но на улице, блин, по-весеннему тепло. 11 плюс. Обещают на днях вообще тут чуть не 14. Я не знаю, что происходит, но погода дико тёплая, не февральская, скажем так. У меня сейчас есть кое-какие дела в одном из ближайших городов, но я так подумал, я же все равно вас постоянно беру в путешествие, и сегодня прям поедем, и я, наверное, пока у меня время там будет, позаписываю, если что, покажу вам старый город, самому интересно, и вам покажу. Я там давно уже не был, прям в центре города, как раз уже так сильно ничего не помню, и увидим, что там интересного есть. А там по-любому есть что-то интересное. Везде, где есть Альтштадт немецкий, это когда старый город, то есть там до 1900-х годов, там всегда есть какие-то интересные постройки, здания, и за этим стоит история. Такие вот дела. Так что едем в этот город. Более какой-то подробности про этот городок я напишу обязательно в описании. Так что в описании смотрите, потому что все не знаю с головы, но тем более я про этот город никакой информации не читал. Так что какую-нибудь интересную информацию найду и обязательно напишу вам в описании. Поехали. Очень тепло, да, проехал 10 километров, здесь температура осталась 10 градусов, просто шикарно, непонятно откуда, чего, по идее должна быть зима, но где зима, куда зима делась, где-то снег падает, а у нас тут вдруг откуда ни возьмись, тепло к нам пришло, вообще интересная, кстати, тема. Я, если честно, ожидал снег, потому что последние несколько ночей температура была ночью, в принципе, у нас около нуля. На последней неделе даже были минусы пару дней. И даже не мог предполагать. Сегодня на работу еду, и по радио говорят такие, а будет плюс 14, типа, завтра, послезавтра. Чего? Ну и реально, вышел с работы, тепло, у нас тут солнышко светит. Правда, позвонил домой, я 30 километров дальше, и говорит, а там солнышка и нет. То есть у нас тут каждые 30 километров разная абсолютная погода, как будто этот, разные климатические зоны. Это просто дичь какая-то. Но как есть, так и есть. А, кстати, да, вот сегодня вот солнышко хорошее, сухо, дождя нет, и уже встречаются на дороге байкеры. Уже двухколесная техника в ходу. Ну и понятно, конечно, если бы мне вот сейчас не надо было никуда ехать после работы, никаких бы дел не было, я бы, наверное, тоже, скорее всего, бы на мотоцикле бы прокатился. За фурой так ехать скучновато. Ну, сам понимаю, раньше когда тоже рулил, быстрее нельзя. За городом фура должна медленно ехать. Он уже едет быстрее, чем положено, но что поделать. Ну, вот такой вот февраль, точнее 13 февраля. Здесь тоже в деревне, смотрите, небо. Чуть-чуть есть, конечно, точки, но вот
больше половины нет. Прям приятно гулять. Сейчас нашел уже, кстати, кое-что интересное. Сейчас пойду покажу. Такие вот дома. У меня крыша вон. Крыша обустроена. Черепицы обложили вот так. Как в замке раньше было. Соседний дом тоже интересный дизайн. Но вот этот вот вообще. Сейчас я его обойду с другой стороны. Мне нужно периодически смотреть на время, потому что автомобиль стоит под часами, только час. Сейчас припаркованным у меня бесплатно. Тут надо будет перепарковаться. Очень правильно припарковался, нашел место, потому что здесь прям как вот на окраине центра вот прям сильно видно, когда старая и новая архитектура встречаются, это прям контраст такой. Ну, через месяц это ива будет полностью зеленая. К сожалению, без вот таких балбесов тоже нельзя, все разрисовали там, но можно было бы что-нибудь красивое придумать, но... Да, церковь, она вроде 200 метров назад уже думал, все, пришли, а оказалось, она все больше и больше. Ну вот, только под широким углом попадает полностью в кадр. Пойдемте вот так. Прям вот в край вставлен такой памятник. Там стояло что-то. Евангелие 30-го года. Памятник такой. Раньше мимо только проезжал, здесь на площади церкви еще никогда не был, первый раз сегодня. Ну, по стенам, да, по стенам видно, что она очень старая, ее примерно 100-150 лет назад ее более или менее привели в вид, отреставрировали, но по Евангелию она очень давно здесь. Есть, конечно, которые оскверняют, вот все равно. Стоит уже сколько лет уже. Ну все, отреставрировано почти как новое, если честно.
дворе стоит один памятник. Сейчас подойти хотел посмотреть, кому этот памятник вообще. Так, чуть-чуть по истории пробежаться. У меня тут в этом городе через 2 часа только. 2 часа только встречи, так что это время как-то приятное с полезным соединить. И вот я решил просто прогуляться, заодно и записать контент. И вам будет интересно и приятно. Прогулялся в городе, чуть сейчас поеду еще на автомобиле прокачусь. И нашел кое-что интересное. Завтра же Валентинство, день святого, ну сами понимаете. Ну вот вам новые постройки, и рядом прям бам, и вот это вот контраст. Вот вам, пожалуйста, на весь экран. Вон чувак стоит. Я вышел, напугался. Это манекен, блин. Рядом магазин увидел. Заехал, сейчас посмотрю кое-что. Мне подарили на день рождения же чуть-чуть донатов. Может, что-нибудь куплю. Посмотрим. Поехали, да, сегодня день такой насыщенный. После работы надо бы еще кое-что сделать. Блин, покупал кофе, кстати. Еще можно пить. Все, прошло, видите, приехал на встречу. Прошло буквально такие 30-40 минут, скажем, да. Все, на улице уже темнеет. Мы едем дальше, едем домой. Чуть домой теперь километров 45.